Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Я очень давно хотела попробовать сделать из цельнозерновой муки, вот пшеничная цельнозерновая мука, сделать чуду. Ну или лепешку с сыром, с творогом. Вот это будет начинка. Творог и сыр. Я из белой муки, конечно, делала миллион раз и очень часто. Ну вот уже больше 2 лет я не пеку из белой муки и из цельнозерновой не пробовала. Но когда-то я попробовала что-то сделать на кефире, и у меня как-то не получилось. И я эту идею отставила в сторону. А чуду вкуснее, когда тесто на кефире. Сейчас постоянно пеку лавашики, мне это так нравится, и думаю, блин, вот в эти вот лавашики, вот эту начинку, и было бы вообще супер-пупер еда. Попробуем еще раз сделать на кефире, не знаю, как получится. Может, кто-то и делал, уже знает, я не делала, честно скажу. Попробую, вот при вас попробую, как получится, вкусно это будет или невкусно. Еще раз, я на кефире делала, по-моему, в Анапе, когда была. Один раз попробовала, что мне не понравилось, я больше не делала. Не знаю, почему. Надо пробовать, все равно пробовать и делать, и выискивать свои вкусы. Потому что жизнь длинная, и все равно хочется чего-то такого, этакого. Так, сейчас мы замесим тестом. Значит, 160 грамм кефира. Вот просто взяла и взвесила на весах. Поставила стакан и взвесила, чтобы уже высчитать килокалории и хи. Сделаем совсем немножко. 160 даже еще и много. Так, чуток соли. Здесь у меня сольная. Чуть-чуть соли. И не половину чайной ложки, даже поменьше. Вот так, соды. Все перемешаем. Сода должна погаситься в кефире. Вот кефир запузырился, значит, все, сода погасилась. Ну и добавляем муку. Я взвесила, сколько у меня в пакете, сколько уйдет. Посмотрим, напишу. Вот такое тесто у нас замесилось. Положим пока под пленку, пусть оно полежит, отдохнет, как мы любим говорить. И сделаем начинку. Творог размешаем вилкой. Ну, наверное, так, у меня здесь, наверное, получится 2 лепешки. Так, возьму я начинки по половинке. Ну, по граммам сейчас взвешу. Половинку сыра и половинку творога. Мне думается, что это будет достаточно. Творога здесь 200 грамм, по 100 грамм. Это, мне кажется, будет много на одну начинку. Ой, не знаю, сейчас посмотрю, посмотрю, как получится. Так, прошло время. Все-таки я соединила весь сыр и творог. Вот так вот на 2 комочка разделила, чтобы на 2 будет такие вот насыщенные у нас лепешечки. Очень насыщенные. Так. Сковороду я поставила нагреваться. Сковорода у меня в диаметре 18 сантиметров, небольшая, поэтому я и лепешки буду делать тоже на 18 сантиметров, чтобы как раз они у меня легли на дно. Так, вот такой кружок сделаем. Даже можно было бы побольше
Все-таки начинки у нас с вами получилось. Но это у меня получилось очень много. Ну, значит, будем делать на большое количество. Ух ты, лепешка будет у нас. Ух ты! Она уже вздувается. Кефир-то бродит. Это же получается почти кислое тесто. Вздувается, правда? Так, мы даже подмерим. Вот все, вот такой толщины оно у нас, такого диаметра будет. Так, сделаем сразу вторую. Ну, это, ребята, очень шикарно. Надо, конечно, начинки-то поменьше. Я что-то подумала, думаю, ну куда эти кусочки будут болтаться, все высохнут. Лучше я уж их использую, и потом мы съедим за два раза, и все. Вот это называется сделать... маленькие порции, да? Ой. Так, все, пойдем к сковороде. Вот так на сухой сковороде попробуем жарить. И вот таков наш результат. Две лепешки таких толстеньких. Я, конечно, когда вот пекла, уже подумала, надо было мне начинку разделить на 4 и тесто разделить на 4 части. Вот как раз они были бы тоненькие и было бы самое то. Но получилось то, что получилось. В голове сразу почему-то вот осело, что я сделаю две лепешки, а то, что получилось и начинки, и теста много, это как-то у меня... мимо уже, мимо головы прошло. Ой, какая вкуснота. Ой, какая вкуснота. Конечно, это, ребята, жирненько. Очень жирненько. Творог, сыр, масло сливочное. Но... один кусочек, я посчитаю, сколько, например, одна лепешка вот здесь у меня получилась. Но если маленький там, и по граммам, даже на четвертинку, скажу, сколько это будет четвертинка. Подпишу, когда буду монтировать, и подпишу, наверное, сразу. Чтобы уже наглядно было знать, сколько сколько килокалорий. Конечно, это, но иногда это можно. Иногда это можно. Так, сейчас я это очень хочу попробовать именно на кефире тесто. Сейчас я вас переведу на себя и попробуем. Так, тут близко совсем, но не хочу садиться, девчонки.
Не хочу. Сейчас вот одну часть возьму. Одну часть возьму и попробую. Мне важно тесто. Ребят, я, наверное, на кефире сделала тогда, когда я вообще к муке к этой не привыкла. Что она мне казалась какой-то квёклой, горьковатой там и все прочее, прочее, прочее. А сейчас... Ой, как вкусно. И даже толстенькая вкусная. Но все равно тоньше это, интереснее сделать, потому что они, во-первых, быстрее пропекаются. И тут в основном начиночка, тесто тоненькое. И будет вообще супер-пупер. Ой, ребята, как вкусно. Начинку можно делать на свой вкус. И зелень добавлять, и с картошкой делать, если кто-то не боится. Две картошины сюда покрошить, там четвертинку съесть, это вообще так вкусно. Творог, сыр, ну, в общем, можно варьировать по-разному. Ой, как вкусно, ребята. Я не ожидала, я думала сейчас, откушу и скажу, не, на кефире это не мой вкус. Ребята, это мой вкус, мне так нравится. На перекус между завтраком и обедом. Супер, как раз у нас сейчас это и будет происходить. Ну, практически я уже перекусила. Стаканом чая запью или водичкой, или молочком. Ой, вкусно. Вкусно-вкусно, ребят. Все, спасибо, что меня посмотрели в очередной. Спасибо, что у меня получилось вкусно. Мне так нравится. Здорово. Ой, как вкусно. Все. Всем пока-пока. Заходите на мой канал. Пишите комментарии. Здорово, когда мы все вместе, когда мы делаем одно общее дело. Все. Всем пока-пока.